Вновь приветствуем вас в студии телеканала «Дождь». Продолжаем подводить итоги дня. Телекомпания НТВ опровергла сегодня информацию о якобы готовящемся на канале разоблачительном фильме про Михаила Горбачева. Сегодня утром в различных СМИ появилось сообщение о том, что канал готовит к эфиру фильм, героем которого станет экс-президент СССР под названием «За границей нам поможет». Зато в эти минуты в кинотеатре «Пионер» проходит премьера другого фильма о Горбачеве, вовсе не разоблачительного. «Михаил Горбачев от первого лица» – документальная картина режиссера Гули Мирзоевой, мировая премьера которой прошла еще 17 ноября в Париже. Из кинотеатра «Пионер» с нами на прямой связи наша коллега Карина Орлова. Карина, приветствуем. Слышно ли нас? Коллеги, добрый вечер. Да, действительно, буквально 10 минут назад началась премьера фильма «Михаил Горбачев от первого лица». Должна сказать, что началась она с некоторой заминки, потому что фильм начали показывать не сначала. Я слышала, как Гуля Мирзоева выясняла у организаторов премьеры, что, собственно, происходит. Ну да ладно. Народу сегодня собралось очень много. Пришли Андрей Макаревич, Геннадий Хазанов с Алисой Хазановой, Сергей Капков в последнюю минуту вошел, Ксения Собчак, Ульяна Сергиенко, это такие светские тусовщицы. Вот Ульяна Сергиенко даже приехала со своим кавалером Даниилом Хачатуровым. Борис Акунин пришел. Кстати, Борис Акунин только что мне сказал, что Михаил Сергеевич Горбачев 24 числа выйдет на митинг на проспект Сахарова и выступит с заявлением. К сожалению, у самого Михаила Горбачева интервью взять не удалось, когда он выступал с речью с небольшой сцены. Кто-то из толпы журналистов, которых было чуть ли не больше, чем гостей, спросил: Михаил Сергеевич, можно ли вопрос? Он сказал: нет, вопросов не можете. Ну, собственно, все посмеялись, на этом все закончилось. Из гостей еще были Галина Волчек, Михаил Шац, супруга Татьяны Лазаревой. В общем, народу достаточно много, хотя журналистов, по-моему, даже еще больше. И все, вот, кто пришел поддержать Михаила Сергеевича Горбачева, Константин Ремчуков. Ну, а разговоры в кулуарах, конечно же, о политической ситуации в стране, о том, о заявлениях Михаила Горбачева. Я общалась с Ксенией Горбачевой, которая мне заявила, что Михаил Горбачев сегодня уже отозвался очень жестко о телеканале НТВ, который сначала якобы собирался готовить фильм, потом официально опроверг. Сама Ксения сказала, что ее политическая позиция полностью совпадает с позицией ее дедушки. Ну, в общем-то, вот так. Фильм длится 52 минуты. Насколько я знаю, в широкий прокат он не выйдет. Ну и вот тем, кому повезло его сегодня посмотреть, те его посмотрят, коллеги. Спасибо, Карина. Карина Орлова о премьере документального фильма о Михаиле Горбачеве.